Работа у режиме нон-стоп. Аграры и шклошины активно распочали вясново полявый сезон. Господарки района уносят минеральные органичные угноения. Азот под шматгадовые травы, калий под вясновое узворывание глебы. Забеспеченность угноениями у районе больше за 70%. Петр Баранов больше 30 годов працуя на палетках великих Словения. Он на Росе выезжая у поля одним из перших. Каб свой часовый и якостно унести угноение. Ну, расскажите, много работы? Конечно, много. Подкормки, кассы, более 3000 гектаров. Поэтому отдыхать некогда будет. И дай бог, чтобы успеть все вовремя подкормить. У ночи мороз, у день плюс, аграры кажуть, такая весна зусім не на корысть урожаю. Каб поспеть унести азот свое часово, с его допомогой шматгадовые травы набирают вегетативную массу, у поля вышли по первой махчимости. Это у нас начинается горячая пора, залаживание, начало всего. Вот и подкармливаем многолетние травы, чтобы потом заложить сенаж хороший, качественный. А потом уже пойдем кормить зерновые, чтобы зерновые у нас хорошие были и все. А если будет зерновые хорошие и качественная корма, значит, будет и молочко. Дарэчы, сёлета у господарцы павялічылася плошча пасева, узмянілася і іх структура. Больш за 1000 гектараў шматгадовых траў, амаль 1500 гектараў азімых. Азімы планируем два раза кормить касам. То же самое касается и азимового рапса. Рапса у нас будет посеяно 450 гектар. Что касается ярового сева, то ранних яровых зерновых будет у нас посеяно 600 гектар, из которых 500 ячмень, 50 овес, 50 горох. И кукурузы в районе 1700-1800 гектар. Господарка Великие Словении угноениями забеспечена. У гэтым пераканаліся особисто. У сховища тонны калия, сульфат амония, який увесну житёва необходны рапсу. А вось от цвёрдых азотных угноений у сёлета у господарцы адмовіліся и перайшли на яго ваткую форму, что дозволяет и место заэкономить, и до працы у поле приступить раней. Працы у режиме нон-стоп и у інших господарках района. Аграры ведают, что першая подкормка – самое важное. На данный момент район обеспечен ожидаемо на 73% по азоту. В целом мы на 70% выходим по целому в НПК. 80% по калию. На данный момент мы вносим и калий под весенний вес на вспашку. Кормим травы. Планируем при погодных условиях приступить к подкормке озимых. Сёлета аграры Магілёўшчыны робят ставку на умацаванне кармавой базы. Для гэтага, напрыклад, у области плануют засеять 50 тысяч гектаров шматгадовыми травами, что значно больше минулогоднего. Юлия Уласова, Александр Тарасов, новини региона.